Привет, друзья! Вторая часть. Сегодня вам расскажу, как поставить Теслу, если у вас стоят мили, чтобы у вас точно так же был километраж написан. Это очень классно, потому что у нас экран. Расстояние. Расстояние. Смотрите, мили. Видите, вон там мили. Перезагружаться ничего не будет. Ставим километры. И смотрите, все в километрах. Так намного удобнее, так намного интересней и так намного проще. Также можете поставить яркость экрана, сделать выше. Можете режим экрана темный, автоматический. Смотрите, темный, сейчас будет все темно. Вау, просто пушечка. Светлый, смотрите, какая красота. Все очень просто и легко. Но я знаю, вы у меня умные. Но кто-то может искал, кому-то может будет полезным. Также можете переставить время. Видите, сейчас 7:32, сейчас вечером. Можем переставить время. Точно так же. Так, а ну смотри, там где экран, тут должно тоже время быть. Вот, смотри, 24. Есть? Вот. Угу. А ну если так поставим? То есть 24, ну, видите, сейчас 7:32. В общем, много интересностей и много чего интересного. С вами был, как всегда, Автохакер. Подписывайтесь.